Здравствуйте, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Stronghold. У нас сегодня будет 8-я миссия Dealing with the Devil, то есть сделка с дьяволом. Давайте посмотрим, что это за сделка такая. Срочная депеша от сэра Лонгарма. Должен вас поздравить с успехом, коим вы завершили последнее задание. Но нам предстоят еще более трудные испытания. Немедленно отправляйтесь к границам наших владений с проверенной группой ваших лучших людей. Все остальное узнаете по прибытии. Почти загнав лошадей, вы, наконец, встречаете посланца сэра Лонгарма и получаете от него новые инструкции. Разведчики докладывают, что крыса вынужден атаковать под угрозой смерти. Вы должны помешать ему или заставить отступить. У нас нет времени собирать армию, но герцог Берегар по прозвищу Змея обещал прислать подкрепление в обмен на партию Эля. Когда крыса потерпел поражение, Берегар позволил нам занять соседнее с нами владение крысы. Займитесь выращиванием хмеля и варите эль. Но будьте начеку. Когда наши люди узнают о подробностях сделки, поддерживать дисциплину будет трудно. Можете использовать любые средства. Нам необходимо одержать победу над армией крысы. Так, нужно нам создать 10 бочек с элем. И с пивом, и уничтожить всех. Постройте амбар, сэр. Всех наших врагов. Давайте построим амбар. Так, атакуют отсюда. Амбар, значит, построим тут пока что. Давайте будем приступать. Так, нам наконец-то дают возможность строить себе рынок. Это очень хорошо. Так. Как бы это хорошо так построить. Здесь укрепление наше. Тут камни, конечно. Можно вставить здесь? Как-то нельзя, походу. Можно поставить вот так. Но все равно придется просто тут такая впадина. Вот видите, строить укрепление внизу. Это немножко странновато, конечно. Башни дают нам? Нет. Опять-таки нету у нас башен. Ну ладно, давайте будем пока что. А, здесь нельзя построить. Нужно только вот на этой зеленой земле. Послание от крысы. Дурак! Ты скоро поплатишься за то, что вмешался в дела сильнейших. Конечно. Поплачусь. Ну, разве что живот от смеха разорву. Так. Фермы будут у нас стоять вот тут. Дальше. Здесь вот так будет. Текс. Дальше. Вот нам дали уже возможность строить такие плохие вещи, либо хорошие вещи. Дальше. Так, тут пивоварня и такой трактир, что-то типа. Так, обязательно нужно строить что-то на оружие. И у нас уже, вижу, не хватает. Нас атакуют войска крысы. Чё, уже? Ого, быстро, конечно. Какие будут указания? Давай-ка ты сюда. Не так уж и много их, конечно. Мы давайте идем. Вернемся. Построим. А, у нас нету. У нас нету с чего строить. Можете рассчитывать на нас. Ну, я думаю, сможем отбиться, но все-таки в обороне идем стоим. Ваших приказов.
Не вижу цели, сэр. Как это ты не видишь цели? А, не по нашим крестьянам. Ну ничего, крестьяне себе еще придут вот сюда. Куда пойдем? А, лорда не могу упустить. Всегда готов. Проще нет. Да? Готовься. Давай здесь. И готовить стрелы. Мой лук к вашим услугам. Ступай. Милорд, ступаем. Мы уже в пути. Давай наверх. Тут будем под защитой нашего лорда. Куда вы, блин, стреляете? Стреляйте сюда. Ждем ваших приказов. Целься точнее. Лорд, давай. Враг уже внутри. Раздай нас ему. Атакуют. Все. Все, отступают. Ну, это было немножко опасно. Да? Честно уже говоря. Лорд немножко пострадал. Ну, ничего. Так, коровка, где бы тебе поставить так, чтобы не занимать здесь хорошие такие земли. Нам там нужно строить фермы. Здесь построим. Рынок, рынок обязательно нужно построить, пока есть деньги. Потом может и не стать. Так, пошла пшеничка. Нужно строить мельницу. Мельницу можно сразу вот здесь построить. Также флетчеры, я вижу, уже не могут нести никуда свое оружие. Давайте поставим здесь, чтобы поближе к ним. А также нужно бараки, но у нас не хватает уже дерева. Лесорубы у нас есть, конечно, 3 штуки, 3 человечка. Но они немножко так разбросаны далеко. Вот, принесли. Хорошо. Ждем ваших приказов. Лучники готовы. Так, коровки наши нагружают уже. Торговец идет какой-то, я вижу. Marketplace. Так. Еда и что там? Запасы у нас есть? Провизии убывают, мой лорд. 36 еще есть буханок хлеба. Но нужно строить уже хлебопекарни. Нужно дерево. Дерево. Да, тут будет немножко потяжелее. Давайте, коровки, везите быстро. Мне здесь нужно выстроить стену, чтобы защищаться. Ну, либо где-то вот здесь построить. Ну, сейчас попробую. Нужен камень. Да, нельзя. Так, с этим не получится посмотреть. Вот так. Ага, я могу вот здесь аж строить. Это хорошо. Мы здесь построим какую-то небольшую такую крепость. И разместим там гарнизон. Но сначала нам нужно здесь построить стену. Так, немножко неправильно я ее построил, конечно. Вот так. Вот так. Ну, конечно, зубцы нужно построить. Тик. Мой лук к вашим услугам. И давайте, ребята, на стену. А чё они не хотят? Мы идём. Вот. Милорд, мы уже в пути.
Ворота тоже бы не помешало. Нет уже дерева. Ой, камни. Поскольку плата наемникам недавно возросла, мне нужно больше эля, чем мы договаривались. Это справедливо, не правда ли? Нет, неправда. 15 эля уже нужно. У нас тут есть только одна корзинка хмеля. Так, ну главное сейчас развить экономику, чтобы наши люди не голодали. Склад заполнен, милорд. Ой-ой-ой. Нужно построить платформу. Давай, 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 давай. Все, построили. Так, войска. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Рекрутов, сэр. Опять не хватает. Нужно еще одну хижинку построить. Так, повезли наши буйволы или валы камень. Значит, можно будет построить ворота. 10 камня нужно. Здесь будем их строить. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Если небольшой, то это хорошо. Так. Раз, два. Раз, два, три. Провизии осталось мало, повелитель. Да-да-да, знаю, что провизии мало, но у нас уже работают две хлебопекарни. Сейчас построим еще третью. Так, понесли хлеб. Ну, от голода мы точно не умрем. Идем в ваших приказах. Да? Уже идем. Еще одну построил каменоломню. Войска крысы. Потому что нам не хватает. Одной пока что. Ну, опять такой похожий отряд. У нас тут уже ситуация получше будет. Лучники готовы. Мы идем. Главное, они могут пойти вот сюда, конечно. А у меня там не прикрыто. Нет, пошли все-таки севером. Хорошо. Крестьян наших, конечно, они убивают, но главное, чтобы не ломали вот эти здания, потому что останавливается производство, и, ну, все заново нужно, вот, чтобы этот урожай рос. Блин, ну что за нелюди, ну зачем корову убивать-то, а? Что вам коровы сделали? Тут мы отбились достаточно просто. Они не выдержали нашего натиска. Ушли. Эх. Вечная память коровкам. Погибшим. Так, шут, уйди. Все. Ну, 4, думаю, уже хватит пока что. На первых порах, так сказать. Нужно дерево. Дерева опять нету. Мой лук к вашим услугам, милорд. Так, камень приехал. Значит, можно продолжить строительство наших стен. Угу. Настроился, конечно, немного.
Теперь пойдем сюда вниз и тут так построим еще одни ворота. Вот для этого лесоруба и для крестьянина. Здесь тоже можно было бы построить какое-то типа небольшое укрепление. Тут стену не имеет смысла продолжать, потому что тут непроходимое. Почти не осталось, милорд. Что, опять? Так, и скоро денег уже не будет. Рекрутов, сэр. Какие будут указания? Мы уже в пути. Ну, 4 хлебопекарни должны же справляться уже. Что они так проблематично все это переносят? Так, здесь забыл поставить. Вот сюда. Ждем ваших приказов. Ждем ваших приказов. Давай наверх. Защищай наших крестьян. Да? Мы идем. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Вот так расставили. Хорошо. Ой, также нужно построить вот пивоварню. Пожрал долгоносик. Урожай погиб, милорд. Ах ты ж долгоносик, ах ты ж сволочь. Это так смешно звучит. Ну, шмель прожрал долгоносик. Ничего. Ну, вот видите, он такой серый стал. Эх, не везет так не везет. Милорд? Мы уже в пути. Так, камень уже появился. В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. Так будем строить примерно. Здесь завершаем. Пойдем вот так, в эту сторону, до конца карты. Так, еще камень едет. Хорошо. Какие будут указания? Уже идем! Не хватает рекрутов, сэр. Опять нету. Крестьян. Еда, походу, повышается. Запасы провизии пополняются, сэр. Да. Значит, можно построить еще одну хижинку. Тут у нас таки будет житловой квартал. Можно поставить вот всякие такие флаги. Нас атакуют войска крысы. Например, здесь. Там, здесь, типа для воодушевления наших войск. Давайте еще на вот этих воротах поставим. Вот, все, красота. Ждем ваших приказов. Давайте сюда. Тут тоже нашим ребяткам нужно поставить зубчики. Сила он отправляет каждый раз немножко больше, конечно, но приемлемое количество, конечно. Так, появилась, вижу, первая бочка с элем. Да? Готовься! И шута нашего убили. Ай-яй-яй-яй.
Кто же нас будет теперь веселить, а? Все, ушли. Послание от крысы. Этот мир сошел с ума! Я тебя уничтожу! Да, конечно, уничтожишь ты меня. И давайте я, наверное, построю еще одну ферму на эльф, а то очень медленно производится. Еще, учитывая еще и набеги вражеские. Так, теперь нужно насобирать много камня, чтобы заодно, так сказать, за один раз построить здесь укрепление. Здесь, конечно, еще не завершил. Вот так. Теперь к нам здесь никто не зайдет. Ну, зубцы даже не имеет смысла строить. Тут я не буду ставить лучников. Еще вот на эти ворота. Ждем ваших приказов. Двоих как раз таки поставлю. Мы идем. Мы уже в пути. Мой лук к вашим услугам. И, возможно, еще одну пшеничную ферму стоит построить. То, что я вижу вот эти мешки. Запасы провизии убывают, мой. Да, убывают запасы провизии. Значит, нужно еще одну ферму. И одного, и еще хотя бы два или одного пекаря. Давайте сразу два построим. Пиво потихоньку у нас варится. Также что-то нужно будет придумать с едой. Ой, не с едой, а с золотом. Можно построить, конечно, вот это. Таверну. Но она будет забирать у нас бочки. С элем. Как бы это хорошо так продумать, а? Бочки с элем нам нужны. Производство, как видите, не очень-то быстро идет. Конечно, построил еще вторую ферму, но все равно. Оно идет очень медленно. Мои графства не так давно пострадали от штормов. И я боюсь, мне нужно еще больше эля, чтобы выручить необходимые деньги и нанять армию. Да ты издеваешься. Такое примерно укрепление у нас тут будет. Небольшое, конечно. Пока что вот так пусть будет. Не хватает нам камня. Можно, конечно, продать дерево. Так, деньги, значит, появились. Запасы провизии пополняются, сэр. Отлично. Значит, от голода не умрем. Давайте построим здесь ворота. Вот тут приходится строить. Послание от вашего писаря. Дурные вести, сэр. Герцог де Трюф по прозвищу Кабан только что занял одно из нейтральных графств. Да, знаем такого кабанчика.
он очень любит использовать тактику, при которой он строит такие войска, тут будут булавоносцы. Ну, я не знаю, как их точно называется. Короче, они такие... Милорд? С булавами. Уже идем. Так, вас можно разместить сюда. И, скорее всего, что я думаю, возможно, мы их увидим даже в этой миссии. Раз он захватил соседнее графство, он может помочь крысе. Кстати, вот этот змея, которому мы должны отправить этот эль, он ведь тоже союзник крысы. Я не знаю, почему нам дали такую дурацкую немножко миссию. Какие будут указания? Так, почему? Почему? Тут же есть проход. Ждем ваших приказов. Странно. В деревнях говорят, что видели отряд крысы в этих краях. В деревнях все так знают подробно. Да? Вот, лучники можно. Готовы. Их тут четверо, конечно, но... Мой лук к вашим услугам. Милорд, но они под надежной защитой. Какие будут указания? Можно еще отправить. Ждем не хватает приказов. Оружия, сэр. Что так медленно производится оружие? Идем. Странно немножко. Да? Мы идем. Вот этих ребят еще отправим. Они тут не будут так уж нужны с этой стороны. Лучники готовы. Потому что они будут здесь обстреливать врагов, которые будут идти вот по этой ущелине или впадине. Мой лук к вашим услугам. Нас атакуют войска крысы. Так, ну опять такой же отряд. Может и не будет больше, не знаю. Дерево тем временем очень много у нас производится. Значит, давайте построим еще вот этих ребят. Запасы золота слишком малы. Сэр. Запасы провизии убывают, мой лорд. Опять убывают. Да что ж ты поделаешь? Так, тут неплохо наши справляются. Еще бы вот здесь построить. Но тут, значит, нужно строить вот это мужичка, чтобы он нам потихоньку расчищал здесь лес. Противник пал! Ну вот, все-таки оправдала. Милорд? Тактика постройки здесь этого укрепления небольшого. Какие будут указания? Они неплохо достаточно расправились с этими войсками. Даже я вижу, вот этот хмеляр не пострадал. Построим. Еще можно лучников туда отправить. Не хватает рекрутов, сэр. Крестьян опять нету. Запасы провизии пополняются, сэр. Теперь пополняются. Я могу даже вот здесь строить, смотрите. Вот аж здесь. Ну, это будет некрасиво. Мы построим вот тут.
Так. Так, и теперь зубцы. Здесь тоже разместим гарнизончик небольшой. Не построил лестницу наверх. Умно. Давайте еще одну хижинку. Нужны нам рекруты очень сильно. И, наверное, что построим еще одну хлебопекарню. Ну и давайте тоже ферму еще построим. Вот отсюда заберем немножко войск. И здесь наймем остальных. Вот. Да? Ну, этого должно хватить. Мы 8 человек. Построим здесь лестницу. Лучники готовы. 5 что-то не хотят вылазить на мой стены. Лук к вашим услугам. Не сюда, идем. Сюда, давай. Милорд, мы уже в пути. Какие будут указания? Уже идем. Так, тут я вижу пропустил. Здесь зубец один. Вот так. Ждем ваших приказов. Конечно, хотелось бы еще сюда парочку юнитов отправить. Так, золота уже нет. Запасы провизии пополняются, сэр. Наш золотой запас стабилен. Знаю, запасы провизии будут ли пополняются, так, сэр. Если так. Запасы провизии убывают, мой лорд. Так они уже убывают. Запасы провизии убывают, мой лорд. Сколько у нас там еды? 206 булок. Думаю, ваших приказов. Хватит пока что на первых порах. Да? Долгая дорога. Лучники готовы. Мы идем. Еще вот этим ребятам поставим флажки. Так, есть два лука. Еще ждем двоих. Мой лук к вашим услугам. Долгая дорога. Милорд, мы уже в пути. Так, сколько там у нас есть? 11, нужно еще 9. Хорошо, ребята, будем продолжать уже в следующей серии. А на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Назар. Всем пока-пока.